держи. Папа, нет. Пап, не умирай. Сынок, все нормально. Я знаю, ты сильный. Ты храбрый. Я знаю, ты станешь чемпионом. Никогда не сдавайся. Ты сильный, ты храбрый, я знаю, ты станешь чемпионом, никогда не сдавайся. Oh,
встал! Встал, я тебе сказал! Ты меня не слышишь? Эй, встал! Встал, я тебе Thank you.
Сдаются только слабаки, а он не такой. Он решил тренироваться. Не сдавайся, и у тебя все получится. Атакай, Нерей! Ты щенок! Чего ты такой борзый, а? Чего ты тут хочешь, а? Чего ты не смог?
должен предоставить. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты делаешь? Чего у тебя такое бурное лицо, а? Отпустите его. Какая-то девочка будет мне что-то говорить. Я тебе сейчас все кости переломаю. Отдай! Я сказал, отдай!
тоже хотим. Спасибо, что ты пила. А что, я тоже пить хочу? Отстаньте от меня. Смотри, что я сейчас замучу. История про мальчика, который был слабым, и его все обижали. Давай, осторожно.
Бегом! Да, он всегда проигрывал. Но время шло, и он становился сильнее. Смотри, это же тот, у которого нет отца. Точно, это же тот лох. Маменькин сыночек. Его мама воспитает как девочку. А это история про мальчика, у которого не было папы, и его воспитывала мама. Лошара, чё мама тебя только научила кубки красить и куклы играть, да? Ай! Лошара, дай пять. Красавчик. Почему ты плачешь? Надо мной все смеются, потому что у меня нет папы. И бьют меня. Пойдем, я тебя познакомлю с моим папой. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пошли. Hacı Bey!
папы, а у меня есть. Лошара, чё мама тебя только научила? Кубки красить и куклы играть, да? Ой! Лошара, дай пять. Это история про мальчика, который приходил на тренировки с грязным лицом. Ты что, снова грязный? Вышел сюда? Что с руками? Что, умыться не можешь, что ли? Повернулся? Встань! Что такое? Что грязный? Повернись. Повернулся. Встал.
А это история про мальчика, который ходил в очках и не хотел тренироваться. Смотри. А кепочку я себе заберу. Thank you.
вверх смотри. Есть у него деньги? Врет он? Карманы выворачивай. А? Стой ровно и не дергайся. Не дергайся, пацан. Я тебе 10 рублей дал? Отпустите его! Пожалуйста, научиться драться. Просто я слабый, меня все бьют. Просто ноги надо. Стой, ноги в стойку. Так, ноги, понял? Работай! Еще! Еще! Thank you.
моего сына, я тебя убью! Пошли отсюда! Так просто убежишь? Ты что думал, мы тебя не поймаем? Смотри, смотри. Ай! А кепочку я себе заберу.
кого наслали? Ah!
дверь! Подвигай пальцем прямо сейчас. Да не смогу я. Сможешь. Да и врачи сказали, главное, что возможно. Главное не падать духом. Главное верить в себя. И у тебя все получится. Никого не слушай. У тебя все получится. Подвигай пальцем. Да не смогу я. Ну не смогу. Ну врачи мне сказали, я инвалид. Ну что вы пристали, отстаньте. Так, я не понял. А почему у тебя кимоно все в дырках? Ты почему в порванном кимоно пришел? Че за дырки? Вот за свое порванное кимоно будешь отжиматься 10 раз. Вышел вперед. Упор лежа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Что это такое? Что такое грязное кимоно, а?
Что за дырка вот эта? Что за дырка? А это что такое? Смотри, что это такое? У всех нормальное кимоно, у тебя одно порванное. Ты что такое, оболтус? Какое отношение к тренировкам? Купи себе кимоно или маме скажи, пускай купит. Смотри, над тобой все смеются. 10 отжиманий. Так, ровно по линии выровнялись. Так, молодцы. Что это такое? Опять дырки. Я сказал тебе новое кимоно купить. Вышел вперед. Будешь отжиматься за свои дырки. Раз, два, три, четыре. Опять в дрявом кимоно пришел. Будешь за это отжиматься. Вышел вперед. Один, два, три, четыре, пять. 10 отжиманий. Раз, два, три, четыре. Вышел вперед, 10 отжиманий. Thank you.
Зина, опять эти игры, и меня уже достал со своим телефоном. Ты даже родной маме не можешь помочь. Я не разговариваю сейчас. Да, мама, не мешай мне, ты мне проиграл, ты меня проиграл. Бесите вы уже. Смотри, что за лох? Пойдем, сломаем его. Последний раз говорю, ты грязный, вонючий лох, никому не нужный. Я самый сильный.
пожалуйста, научите его драться. Он целыми днями в телефоне. Кроме своих игр он ничего не видит. Очень вас прошу. Встал сюда. Значит, кроме телефона, тебя ничего в этой жизни не интересует, да? Взял телефон. Положил. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Положил телефон. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Поднял телефон. Мама звонит. Положил телефон. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Положил телефон. Поднял телефон. Мама звонит. Другой рукой. Поставил. Взял. Положил телефон. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Положил телефон. Взял. Мама звонит. Другой рукой. Да вы меня уже задолбали с этим телефоном. То возьми, то поставь, то мама звонит. Можете научить меня уже драться? Нормально драться, чтобы я смог постоять за себя на улице, а не этой фигней заниматься. Стой! Поднял телефон! Мама звонит! Крепче, крепче руку, молодец! Поднял телефон! Мама звонит! Крепче, крепче! Другой рукой! Поднял телефон!